Всем привет, меня зовут Настя, и это видео, первое видео в серии под названием «Книжная премия». На самом деле, по факту, оно второе по счету, потому что в первом я анонсировала появление новой рубрики на своем канале. Если вы то видео не видели, но вам интересно, то ссылку на него я обязательно оставлю внизу в описании, а также ссылка на это видео будет в конце видео. Так вот, в любом случае, несмотря на то, что это видео в серии, видео под названием «Книжная премия» по счету уже второе, тем не менее, оно первое, в котором я рассказываю вам о своих впечатлениях от прочитанных книг, которые стали финалистами или лауреатами каких-либо книжных, литературных премий. В качестве первой премии я выбрала премию «Ясная Поляна» 2022 года. Всего у меня есть 15 книг, которые стали лауреатами или финалистами этой премии, и 14 из них у меня в электронном виде. Достались они мне благодаря каким-либо акциям или промокодам на Литрес. И первые три книги, которые я себе выбрала для чтения в рамках этой новой моей рубрики «Книжная премия», были у меня в электронном виде, соответственно, я вам сегодня смогу показать только их обложки на своем Kindle. Бумажных версий у меня, соответственно, нет. И первая книга, впечатлениями от которой я хочу с вами поделиться, это дебютная книга автора Ислама Ханипаева, которая стала лауреатом премии «Ясная Поляна» 2022 года в номинации «Выбор читателей». Небольшая книга, это называется «Типа я», дневник суперкрутого воина, и я думаю, что обложку этой книги вы видели уже не раз в различных социальных сетях, у разных блогеров, потому что мне кажется, что все ее, вот просто все уже давным-давно прочитали, а я вот только сейчас до нее добралась. Всего у Ислама Ханипаева сейчас вышло три книги, даже, наверное, можно сказать, четыре. Первый роман — это «Типа я», второй роман называется «Холодные глаза», третий — «Большая суета», а четвертый — это, как я поняла, аудиороман, который выходит на BookMate, и называется он «Луна 84», что ли, что-то такое, честно говоря, не вдавалась еще в подробности, но в любом случае, с самого начала, когда имя Ислама Ханипаева прогремело в литературном мире, я поняла, что хочу знакомиться с его произведениями по порядку. У меня есть в бумажном виде второй его роман, который называется «Холодные глаза», и в скором времени я собираюсь его прочитать, и потом обязательно еще прочитаю и «Большую суету», и, возможно, вот и с аудиороманом познакомлюсь. В общем, пока что я хочу прочитать у этого автора все, потому что дебютная книга мне очень и очень понравилась. Повествование в книге ведется от лица 8-летнего мальчика, который живет в Махачкале с типа мамой и типа братом, именно так он о них пишет в своем дневнике, а также у него есть один единственный хороший, замечательный друг, которого зовут Крутой Али, и который учит мальчика быть крутым, злым воином, чтобы всех побить, чтобы всех победить, и чтобы мальчик смог вершить великие и крутые дела, когда судьба его позовет. Действие романа разворачивается на протяжении 10 дней, и несмотря на такой короткий, казалось бы, промежуток времени, тем не менее читатель узнает очень многое о главном герое, узнает о том, что случилось с этим мальчиком, и о том, как он будет преодолевать случившееся с помощью своих друзей и близких. В книге затрагивается множество тем, множество проблем, поднимается множество вопросов. В частности, затрагивается тема потери одного из родителей, когда человек еще ребенок. Затрагивается тема настоящей дружбы, кто такой настоящий друг. Затрагивается тема того, как человек может вообще восприниматься окружающими, какими он должен быть, чтобы быть хорошим или плохим человеком, чтобы быть популярным, чтобы быть крутым, чтобы его уважали и так далее и тому подобное. Здесь также есть и тема школьной травли. Есть и тема взросления, и тема того, что ребенок может уходить в свой собственный мир от каких-либо проблем, от каких-либо воспоминаний по разным причинам, потому что он, например, не может их осознать, или он не может их принять, или еще что-либо. Также есть здесь тема важности, взаимопомощи, и при том не только, скажем так, внутри, да, семьи, там, внутри близких людей, но и в принципе взаимопомощи
вообще между разными людьми. И это только часть вообще темы вопросов, которые есть в этой книге. Но больше всего внимания автор акцентирует на теме того, что значит быть крутым. Не зря же все-таки книга, да, называется «Дневник суперкрутого воина», и не зря у мальчика есть друг, которого зовут Крутой Али. И все это на самом деле неспроста. Не зря такой акцент сделан именно на этой теме, потому что это и было главным замыслом Ислама Ханипаева. То есть именно для того, чтобы раскрыть эту тему, он и написал эту книгу. Он об этом своем замысле пишет в благодарностях в конце книги, так что здесь никаких уже моих там, да, читательских домыслов нет. Сам автор обо всем написал, и при этом он отметил, что так, где же я себе это выписала, вот, нашла. Он пишет в конце так, что автор, конечно, не должен раскрывать свой замысел, но очень хочется это проговорить. И да, он объясняет читателям, что он хотел сказать вот этой вот своей книгой. И мне кажется, что Исламу Ханипаеву удалось на все 100% осуществить свой изначальный замысел, раскрыть полностью и абсолютно ту тему, которую он хотел проговорить, на которую он хотел высказаться. Но так как эта тема не единственная, которая есть в романе, то, соответственно, по факту книга оказывается намного глубже, намного интереснее, чем можно от нее изначально, да, ожидать. И вот эти вот другие темы, они наполняют книгу другими дополнительными какими-то смыслами и поднимают дополнительные вопросы, над которыми интересно поразмышлять надо досуге в свободное время. И так как все вот эти вот остальные темы, они так немножко на втором плане, то есть они лишь сопутствуют, да, главной идее, раскрытию главного замысла книги, то, соответственно, многие из этих тем, они немножко так подвисают в воздухе, то есть они не доведены логически до самого конца. Вот тема с крутостью, что значит быть крутым, она доведена до конца, от А до Я. Вот с самого начала, да, от 0% и до 100. А со всеми остальными темами так не получилось. И, наверное, вот лично мне бы очень-очень хотелось, чтобы вот тема настоящей дружбы была доведена до конца, чего в книге не оказалось. И в самом сюжете были все логические линии, все нужные размышления, касающиеся того, что такое настоящая дружба, кто такие настоящие друзья. И автору вот не хватило прям вот совсем чуть-чуть, вот, чтобы завершить логически вот эту вот линию. Финал, на самом деле, на мой взгляд, он немножко так скомкан, как-то очень резко все заканчивается. Что касается вот как раз темы настоящей дружбы, то про одну из героинь автор вообще забыл. У нашего рассказчика, 8-летнего мальчика, у него была команда, суперкрутая команда, временное название в скобочках, это очень важно, именно так она называлась. И вот про трех из четырех человек мы все знаем, то есть мы знаем про самого главного героя, еще про одного мальчика, его одноклассника, еще про одну девочку, а про вторую девочку автор просто-напросто забыл, и в конце уже о ней ничего не было сказано. И да, как-то вот странно так все оборвалось, хотя, повторюсь, все было создано вот в книге для того, чтобы как-то логически закончить эту линию, и о каждом из вот этих вот четырех членах команды, суперкрутой команды, временное название, рассказать в конце поподробнее, немножко более развернуто, и как раз-таки привести к логическому окончанию мысль о том, что же такое настоящая дружба. Ну, я думаю, что если вы читали эту книгу, то вы поняли, что именно я хочу сказать, потому что так, конечно, без знания текста, возможно, сложно это все на слух воспринимать. Но, в общем, в любом случае, только одна тема раскрыта целиком и полностью, все остальные немножко не закончены. Ну, какие-то немножко, какие-то множко, но в любом случае все равно вот все вместе, в целом, да, вся книга —
Она, на мой взгляд, получилась замечательная. Я с большим удовольствием ее читала. И, кстати говоря, прочитала очень быстро, буквально за несколько часов. Там в ней около 300 страниц, 280 чем-то, насколько я помню. И я, по сути, за один вечер ее прочитала. Ну, на самом деле, я ее прочитала за два вечера, но просто в первый вечер я прочитала совсем мало, там страниц 50 с чем-то всего. А на второй день вечером я уже книгу до конца дочитала и на самом деле не могла оторваться. Очень сильно хотелось узнать, чем же все закончилось. Также, что я себе еще отметила, так это то, что чем ближе был конец книги, тем чаще я ловила себя на мысли, что я постоянно вспоминаю другую книгу, которую я читала в позапрошлом году. Насколько я помню, это «Калечина-малечина» Евгения Некрасова. И мне кажется, что вот эти вот две книги, типа «Я» и «Калечина-малечина», они могут служить прекрасным примером того, как одну и ту же тему с похожими элементами сюжетными разные авторы могут раскрыть совершенно по-разному, причем настолько по-разному, что даже возрастной рейтинг у книг этих разный. Роман типа «Я» имеет возрастной рейтинг 12+, соответственно, да, подходит для чтения детьми, ну, получается, уже со среднего школьного возраста, начиная, а роман «Калечина-малечина» имеет рейтинг 18+, и я полностью согласна, что та книга, она вообще совершенно не для детей. Так, что я себе еще отметила в своих записях, так это то, что еще также невольно при чтении этого романа я вспоминала книгу Анны Матвеевой «Каждые 100 лет», о которой я вам буду рассказывать буквально через несколько минут, потому что на самом деле читала я их совсем в другом порядке, не в таком, в котором я вам о них сегодня рассказываю. Есть схожие темы в этой книге и в книге «Каждые 100 лет». Это распад семьи, и в книге Анны Матвеевой очень много злобы, обиды, непонимания, ссор. У Ислама Жаханипаева в романе типа «Я» такого нет. Ну, то есть понятно, что взрослые люди тоже когда-то поссорились, кто-то на кого-то обиделся, кто-то кого-то не понял, что когда люди вспоминают об этом прошедшем, да, когда-то давно событии, то они грустят, они печалятся, это как бы абсолютно нормально. Но нет вот такого акцента на мрачности этого события, то есть не чувствуется какой-то вот депрессивности и беспросветного мрака во всей ситуации. Вообще в целом книга типа «Я» — это довольно-таки светлая книга, несмотря на то, что там происходит много всего грустного. Тем не менее видишь, что все образуется, то есть есть на это надежда, есть надежда на лучшее. И также Исламу Ханипаеву удалось показать, что всегда в жизни можно найти что-то хорошее, что-то светлое, что-то замечательное, что не все вокруг это вот сплошной непроглядный мрак, вот куда ни посмотри. И в этом главное, наверное, отличие романа Ислама Ханипаева, который называется типа «Я», от романа Анны Матвеевой «Каждые 100 лет» и от многих других современных романов отечественных авторов. Вот нет ощущения вот этой вот безнадёги и безысходности в этой книге, и, по-моему, это замечательно. Я думаю, что именно поэтому также еще роман типа «Я» мне так сильно понравился. И вообще, пока я эту книгу читала, я вспомнила свое детство, вспомнила какие-то ключевые события, которые тогда происходили, вспомнила, как я относилась к чему-то, что происходило в мире взрослых, что я думала по этому поводу. И на самом деле, вот читая роман типа «Я», мне уже в очередной раз в жизни стало немного жаль, что я в детстве и в подростковом возрасте не вела дневники. Вообще даже мысли такой не было. Никогда мне не хотелось особо этим заниматься. А сейчас вот я понимаю, что зря. Зря я этого не делала, потому что сейчас было бы так замечательно бы все это перечитать, это было бы так интересно перечитать, проанализировать, посмотреть, как бы уже
с позиции жизненного опыта, да, более большого, чем когда я была ребенком, оценить по-другому как-то попытаться все события. И да, вот, конечно, было бы очень интересно сравнить, но чего нет, того нет, да, дневника нет. И уже, конечно же, не судьба мне что-либо сравнить какие-либо впечатления, которые были у меня в детстве, и оценить их совсем с другой позиции. Оценить их взглядом из сегодняшнего дня, скажем так. В общем, книге я поставила 5 баллов из 5. Как по мне, это замечательная книга и замечательный дебют. Да, книга не идеальна, в ней есть небольшие такие вот недостатки, шероховатости, да, это вот и незаконченные некоторые логические линии, и довольно-таки такой скомканный, резкий, быстрый финал. Тем не менее, все равно, на мой взгляд, эта книга очень хорошая. И я с радостью продолжу свое знакомство с творчеством автора. Кстати говоря, спасибо еще раз всем зрителям, которые предупредили меня, что в романе «Холодные глаза» много нецензурной брани. Я уже теперь морально к этому готова. Все равно книгу буду читать, несмотря на то, что брань я не люблю, и в особенности не люблю, когда ее много. Но все равно хочется вот прочитать на данный момент пока что все книги Ислама Ханипаева. Вторую выбранную мною книгу я уже немножко ранее упомянула. Это роман Анны Матвеевой, который называется «Каждые 100 лет». И книга эта вошла в короткий список финалистов премии «Ясная поляна» 2022 года. Повествование здесь разворачивается в двух временных плоскостях. Одна из героинь живет в конце 19-го, первой половине 20 века, а вторая живет в конце 20-го и уже в наше время. Обеих героинь зовут Ксениями, и та Ксения, которая более современная, да, скажем так, которая живет в наше время, ее все зовут с самого детства Ксана, и именно так она позиционируется, да, скажем так, в тексте, а вторую Ксению все зовут Ксенечкой. Вот таким образом, и не только, читатель может отличать героинь между собой. Повествование все построено в виде дневниковых записей. Получается так, что в 1980 году Ксана, современная, да, Ксения в возрасте 9 лет, случайно находит в шкафу некий мешок, в котором находятся тетради некой Ксенечки Левшиной, которая, тоже будучи когда-то давным-давно, в 9-10-летнем возрасте, начала вести свой дневник. А конкретно в 1893 году, практически 100 лет назад. И так как Ксану назвали в честь бабушки, то она думает, что нашла дневники своей бабушки, и с удовольствием погружается в чтение, разложив перед этим все тетради в хронологическом порядке. Никто из домашних, ни родители, ни ее брат не знают, что она нашла эти дневники. Она читает их тайком на протяжении многих лет, а заодно, подражая своей бабушке, которая жила 100 лет назад, начинает вести свой собственный дневник. И вот таким образом повествование-то все и строится. То есть мы сначала видим записи из одного дневника, который более старый, затем видим записи из дневника, который уже более новый. И с первых же страниц между девочками, ну на тот момент еще девочками, да, когда Ксана находит эти дневники и начинает читать их с самого первого, когда Ксенечке Левшиной было тоже там 9 или 10 лет. Так вот, с первых же страниц между девочками обнаруживается некое сходство. Во-первых, обе не считают себя красавицами, да и окружающие их люди тоже такого же мнения. Во-вторых, обеим очень мало уделяют внимания родители и вообще, в принципе, близкие люди. В-третьих, в семье и у той, и у другой есть различные проблемы. У взрослых их родителей есть какие-то проблемы, которые они пытаются как-то вот решить между собой. Но, естественно, что дети все слышат и все замечают.
Постепенно Ксана обретает в Ксеничке самого лучшего друга, ну точнее подругу. И несмотря на то, что она вообще понятия не имеет, как выглядела ее бабушка, потому что ни одной фотографии в доме нет, и в дневниках тоже нет никаких зарисовок, там автопортретов, да, например. Тем не менее, она чувствует, что они с Ксеничкой Левшиной очень похожи, их судьбы похожи, их жизни. И она чувствует, что они могли бы запросто общаться друг с другом, несмотря на то, что их разделяет аж целых 100 лет. Она понимает, что они бы быстро нашли общий язык и могли бы по душам каждый вечер, каждый день, вообще в любой момент времени разговаривать обо всем на свете, чего Ксана, по крайней мере, не может себе позволить с близкими людьми, либо с теми друзьями и подругами, которые есть в школе или во дворе. Никому она так не доверяет, как Ксеничке Левшиной и своему дневнику. Со временем жизненные обстоятельства скрутят Ксану в бараний рог, но тем не менее она все равно будет искать утешение в дневниках Ксенички Левшиной, у которой, кстати говоря, жизнь тоже была далеко не сахар, тоже не самым лучшим образом сложилась. И Ксана все равно по-прежнему, как и в детстве, будет искать в этих дневниковых записях столетней давности ответы на вопросы, будет проводить параллели между своей судьбой и судьбой Ксенички Левшиной. Как я уже сказала немножко ранее, повествование построено таким образом, что дневниковые записи Ксаны и Ксенички Левшиной чередуются между собой, и наиболее удачно именно со стилистической точки зрения это выглядело в первой части книги, всего их 4. В первой части книги есть только две вот эти вот дневниковые линии. В них обеим героиням от 9 до 14 лет на протяжении всех этих вот там 4-5 лет они ведут на регулярной основе дневниковые записи, благодаря чему было интересно мне как читателю сравнивать два детства, разделенных промежутком времени в 100 лет. Но уже во второй части появляется третья линия повествования, в которой мы видим Ксану уже в современности, скажем так, то есть вот сейчас, в наше время, когда она уже давным-давно забросила дневник, давным-давно уже его не ведет, но тут вот ей мать присылает дневники Ксенички Левшиной, ее собственные дневники Ксаны, я имею в виду, и вот Ксана сидит, перечитывает все эти старые записи, как свои, так и Ксенички Левшиной, вспоминает свою жизнь, что-то объясняет читателю, возвращается снова к жизни Ксенички Левшиной. И вот такой вот стиль повествования с тремя линиями, двумя дневниковыми и одной повествовательной современной, он сохраняется уже до самого конца книги. И этот стиль вполне себе неплохой, на мой взгляд, тоже представляет собой такой интересный писательский прием, когда к дневниковым записям внезапно добавляется еще какая-то третья повествовательная линия, в которой тоже о чем-то повествуется, тоже о чем-то вспоминается. И благодаря, кстати говоря, вот этой вот повествовательной линии автору также удалось сохранить интригу до самого конца книги, то есть было до самого конца интересно узнать, чем же все закончится, но при этом из-за как раз-таки добавления вот этой вот повествовательной линии, которая немножко перемешала хронологию в книге, стали заметны небольшие логические дыры, которые в книге есть, а также различные стилистические огрехи. Во-первых, с самого начала книги становится заметно, что девочки пишут, скажем так, не совсем соответственно своему возрасту. Ну, по крайней мере, мне сложно поверить, что ребенок в 9 или 10 лет может писать такие длинные, осмысленные, красивые предложения, настолько ясно выражать сложные мысли, настолько связно их выражать. Мне постоянно казалось, что девочкам должно быть больше, независимо от того, в каком веке, как
каждая из героинь живет, на мой взгляд, им должно было быть вот на момент начала записи не меньше 12-13 лет, потому что размышления, которые есть в этих вот дневниковых записях в самом начале, они совершенно не соответствуют более раннему возрасту. Размышления и мысли там намного более взрослые. И второе, что также сразу становится заметным прям с самого начала книги, так это то, что дневниковые записи, их стиль практически не меняется со временем. То есть вот как девочки пишут, когда им было 9 или 10 лет, в таком же стиле они пишут, когда им там 13-14, в таком же стиле, когда они уже подростки, им там 18-19, в таком же стиле, когда им там уже 20 и 30. И 40, но в реальности же такого не может быть совершенно никак. Стиль записи ребенка 9 лет и, например, 13 лет точно будет отличаться. Будут отличаться размышления, которые поднимаются в этих записях. Все будет написано совершенно по-другому. И уж тем более подобные записи будут отличаться, когда человек уже станет взрослым. И в особенности они все больше и больше будут отличаться, когда человек наберется какого-либо жизненного опыта и также набьет себе руку, скажем так, в этих записях. Потому что поначалу на самом деле неважно, в каком возрасте начинать вести какие-либо записи, вообще дневниковые или, например, писать вот отзывы на книги, да, поначалу вряд ли вы сможете написать какой-то супер большой, связанный, подробный опус, там, я не знаю, да, рассказ о чем-либо, о книге, либо о каком-то событии в своей жизни. Все приходит с опытом, в том числе и навык написания каких-то вот таких вот рассказов, навык описания чего-либо. И, соответственно, да, стиль, он должен меняться, но в этой книге этого не видно. Здесь все вот записи в романе «Каждые 100 лет», они практически абсолютно одинаковые. Вот в самом начале там еще есть некоторые записи, которые немножко похожи на дневниковые записи, которые мог бы делать ребенок, но в целом нет. Все практически одинаковое. И вот эти вот два первых моих замечания я отношу к одному пункту, первому, который касается каких-то вот стилистических недоработок. Второй пункт ясно становится виден со второй части, потому что там дневниковые записи Ксенички Левшиной, которая жила 100 лет назад, они, собственно, перестают быть дневниковыми записями, потому что начинается рассказ о жизни Ксенички от третьего лица, то есть не от первого, как должно быть, да, в дневниковых записях, а от третьего, хотя по-прежнему все оформлено как дневник, то есть идут даты, написано название города, где те или иные жизненные, да, события персонажа имели место, тем не менее это уже все равно не дневниковые записи, это повествование от лица Оксаны, ну либо автора, да, можно сказать, в данном случае. В третьей части книги из четырех продолжается вот эта тенденция рассказа о Ксенечке Левшиной от третьего лица, но внезапно, ближе к концу этой третьей части, снова вот эти вот записи начинают вестись от первого лица. То есть, да, несоответствие. В первой части книги у нас записи о Ксенечке от первого лица, это настоящие дневниковые записи. Во второй части они идут от третьего лица целиком и полностью. В третьей части часть головы от третьего, часть от первого. Вот, что же касается четвертой части, вроде бы там везде Ксенечка писала от своего лица, то есть от первого лица. Возможно, что там и было от третьего, но просто я не обратила внимания, как бы вот насчет этого точно не буду говорить, вроде там везде было от первого. Так что, да, на мой взгляд, какая-то стилистическая неразбериха получилась у Анны Матвеевой в этом романе с этими дневниковыми записями. Раз уж как бы книга позиционируется, да, основная ее часть как дневники, то они и должны быть, на мой взгляд, написаны как дневники. А уж если хотелось как бы облегчить, да, себе задачу и не
придумывать именно вот эти вот дневниковые записи, не пытаться их как-то стилизовать под стиль конца 19 или начала 20 века, то надо было просто с самого начала повествовать о Ксеничке Левшиной. От третьего лица тоже бы смотрелось замечательно на самом деле. Ну да, это, конечно, бы упростило бы роман, бы, в принципе, упростило бы его стиль, но зато было бы единообразно. Вот, в общем, да, не очень понравился мне этот момент. Дальше, третье замечание, которое я себе выписала, оно заключается в следующем, что в тексте книги есть элементы, которые выглядят искусственными, надуманными, добавленными специально и не проработанными логически, чтобы сделать визуальную связь судеб Ксенички и Ксаны более яркой, чтобы сделать их более похожими друг на друга. Например, Ксенечка Левшина, которая жила 100 лет назад, да, она брала уроки игры на фортепиано. Вот, то есть она как бы занималась, хотела улучшить как бы свои навыки игры на музыкальном инструменте. Ну и вообще, в принципе, постоянно как бы ее родители откладывали деньги на вот эти уроки, чтобы девочка занималась игрой на музыкальном инструменте. Что касается Ксаны, то периодически упоминается, что она ходила в музыкальную школу, и по сути на этом все. Там еще пару то ли тройку раз упоминается ее учительница в музыкальной школе, причем почему-то одна, хотя одна она никак не могла быть, потому что я сама ходила в музыкальную школу, класс фортепиано, и там занятия есть не только, которые касаются, собственно, самой игры на музыкальном инструменте, есть еще и разные другие занятия, и там, соответственно, разные учителя. И вообще, в принципе, нет в линии Ксаны никаких замечаний по поводу того, нравилось ли ей вообще играть на фортепиано, нравилось ли ей вообще ходить в музыкальную школу, нравились ли ей занятия, когда она занималась дома, в какое время, не мешала ли ее игра домашним, да, например, ее брату там делать уроки, сколько времени она тратила на занятия. В общем, есть куча деталей, которые связаны с музыкальной школой, которые бы могли показать отношение вообще Ксаны к музыкальной школе, сделать этот персонаж более живым, но их всех нет. Просто вот такие вот сухие упоминания о том, что она ходила в музыкальную школу, и вот была у нее такая учительница. Все. Выглядит эта деталь так, как будто она была вот специально добавлена просто для того, чтобы была видна вот такая вот вроде как связь между Ксеничкой и Ксаной. Они обе играли на фортепиано. Вот, но по факту как бы можно было и без этого обойтись. Также я выписала себе пример, который показывает, как автор пыталась опять же вот придать большей живости линии Ксаны, да, ее жизни, в частности, ее детству, сделать это детство более каким-то интересным и занимательным для читателя, более интригующим. В частности, например, там есть эпизод, в котором маленькая Ксана на прогулке, во время прогулки с подругой, оставляет свои вещи на улице под каким-то кустом, делает круг с подругой вокруг дома, возвращается к тому месту, где она ставила вещи, а вещей нет. То есть кто-то их забрал. И Ксана не знает, что делать. В общем, все дело заканчивается тем, что вещи обнаруживаются в кабинете у директора, другие дети эти вещи, скажем так, подобрали, то есть они видели, что Ксана их оставила, их забрали как раз-таки, чтобы никто эти вещи не украл. И директор отчитывает Ксану в своем кабинете и также говорит о том, что скоро тебя будут посвящать в пионеры. Как же мы дадим тебе пионерский галстук? Может быть, ты его тоже там где-нибудь под кустом оставишь, как тебе вообще его можно доверить? И Ксана тогда так расстроилась, плакала и вообще заверяла директора, что нет, больше такого никогда не случится, что она нигде свои вещи без присмотра не оставит. Да, собственно, такой довольно-таки яркий эпизод, да, на мой взгляд, вот в жизни персонажа, но далее он своего развития никак не получает. То есть нет воспоминаний Ксаны о том, как ее посвятили в пионеры,
как она, возможно, в тот момент вспоминала, как ее вот директор отчитал, как он ей сказал, что ты можешь потерять пионерский галстук, в общем, вот это вот все. То есть вот, возвращаясь к изначальной мысли, да, вот эпизод, на мой взгляд, просто вот такое ощущение добавлен для красочности и больше ни для чего. То есть, в принципе, в целом можно было и без него обойтись. Зачем он там, непонятно в книге, так как он не получает логического развития и логического завершения. Ну и последний, третий, главный, скажем так, минус этой книги заключается в том, что, на мой взгляд, автор места проводит параллели там, где их не совсем корректно проводить, сравнивает то, что сравнивать нельзя именно с логической точки зрения, пытается связать то, что опять же с логической точки зрения никак вообще не может быть связано между собой. И вот в такие моменты, когда автор делает подобные какие-то выводы о связях между судьбами Ксенечки и Ксаны, все это выглядит неестественно, искусственно и притянутым за уши. Подытоживая свой рассказ об этой книге, хочу сказать, что на протяжении всего чтения романа «Каждые 100 лет» мне хотелось разделить эту книгу на две отдельные книги. Судьба Ксенечки Левшиной могла бы запросто стать основой для прекрасного исторического романа, потому что благодаря настоящим дневниковым записям бабушки Анны Матвеевой, Ксении Михайловны Левшиной, личность этой женщины, да, личность, ну, в данном случае персонажа книги получилась очень живой, настоящей, и этой судьбе, этому человеку хотелось сопереживать, и за судьбой этой женщины я следила с большим интересом. Я бы на самом деле не отказалась прочитать настоящие дневниковые записи бабушки Анны Матвеевой. Я так поняла из интервью с писательницей, что она думала об этом, чтобы опубликовать вот их как есть, ну или, может быть, немножечко их обработать и тогда опубликовать. Но Анна Матвеева подумала, что вряд ли много людей захотят прочитать эти записи, и она решила вот, да, их литературно обработать и преобразовать в роман. Ну а что касается книги, то Анна Матвеева в интервью сказала, что некоторые записи были помещены в книгу такими, как они есть в тетрадях ее бабушки. Некоторые записи при этом были, как я поняла, литературно обработаны и также помещены в книгу, а какую-то часть записей Анна Матвеева придумала. То есть их вообще не было в бабушкиных дневниках, они являются художественным вымыслом. Вот, но в любом случае, все равно, благодаря тому, опять же повторюсь, что реальные дневниковые записи действительно жившего человека были положены в основу вот этой вот линии Ксенечки Левшиной, благодаря этому эта линия получилась очень естественной, очень настоящей и очень живой. А вот что касается линии Ксаны, то это, опять же, линия также могла бы стать художественным произведением отдельным. И это был бы типичный такой современный роман, в котором много места уделяется саморефлексии, депрессии, мраку беспросветному, вокруг, вообще на самом деле. В этой линии очень-очень много тем, которые можно встретить практически в каждом современном отечественном романе, и которые вызывают, по сути, такие же вот депрессивные, унылые мысли, как когда вот читаешь какое-то вот подобное произведение. Вот, более того, вот эта вот линия Ксаны – это чистая мелодрама, и развивается сюжет по мелодраматичному или мелодраматическому сюжету, и финал соответствует этому жанру. В общем, вот, правда, мне очень-очень хотелось, чтобы эти две линии существовали в виде отдельных книг, чтобы они никак не были связаны между собой, чтобы они вообще никак не пересекались. И если бы это были две отдельные книги, то вот вторую бы про Ксану я бы читать бы не стала и ничего бы не потеряла. Я в этом абсолютно
уверена. А вот первую книгу, исторический роман, я бы с удовольствием прочитала, потому что я уверена, что он получился замечательным. Я вообще, в принципе, не очень люблю мелодрамы. Вот если уж хочется каких-то чувств глубоких, да, вот испытать какие-то, не знаю, потрясения от книги, то лучше читать драму, а не мелодраму. В любом случае. В общем, да, просто мне не нравится жанр мелодрамы. Я, конечно, иногда читаю такие книги, но очень редко, и чаще всего они попадаются мне совершенно случайно. То есть я не ожидаю от них, что в них такое будет, а в них вот это есть. И вот в данном случае случилось нечто подобное. Я не думала, что в «Линии Ксаны» будет прям вот такая вот чистая мелодрама. Прям со всеми признаками этого жанра. И да, я, конечно же, в восторге от этой линии не осталась. В общем, да, книге я в результате поставила нейтральную оценку, 3 балла из 5, потому что, ну, многое мне не понравилось в книге, не жанр, да, основной части книги, а линия Ксаны, она занимает большую часть книги, ни какие-то стилистические ошибки, ни какие-то логические дыры, в общем, да, немало минусов у этой книги, но все равно, в целом, на самом деле, я не жалею, что этот роман прочитала. Это все равно нечто новое, как я считаю, в современной литературе. И вообще мне нравится, что современные авторы все чаще и чаще обращаются к жанру исторического романа. Это один из моих любимых жанров. И я, конечно же, буду стараться подобные книги вовремя читать. По крайней мере, финалистами премий различных книжных они становятся каждый год. Но так как я, да, вот за премиями не слежу, редко вообще, в принципе, современные книги читаю, то да, нужно мне будет наверстывать упущенное. И последняя книга, о которой хочу вам сегодня рассказать, вошла в длинный список финалистов премии «Ясная Поляна» 2022 года. Называется роман «Хроника Горбатова» и написала его София Синицкая. Вот так вот выглядит обложка. И я до прочтения этой книги вообще о ней, по сути, ничего не знала. То есть вот я только аннотацию прочитала и все. Отзывы других читателей я не читала и поэтому совершенно не представляла, что меня ждет внутри этой книги, а внутри меня ждал сюрприз. Я на самом деле вообще совершенно не ожидала, что в книге будет то, что там есть. Первая часть книги начинается с пролога, который знакомит читателя с главными персонажами этой книги, членами семьи Конерва, которые проживают в Выборге. Маму зовут Урсула, папу господин Конерва, вначале в самом еще неизвестно, как его зовут, дочь зовут Анна, а сына зовут Эйна, и у него на спине есть горб, который достался ему предков. На этом пролог заканчивается и начинается первая часть, которая рассказывает нам о том, что происходило давным-давно, где-то так в конце 13-го, ну либо начале 14 века. Рассказывается в этой части о прародительнице Урсулы Конерва, которую звали Медведицей, и шведском участнике крестовых походов Фоме Горбатом, который был Горбат, собственно, именно поэтому его Горбатым и прозвали. А так как главы в этой книге называются рунами, как и в эпосе Калевала, руны в данном случае это эпические песни различных народов, то я сначала подумала, что вот этот вот рассказ, который находится в первой части, он как-то связан с эпосом. Возможно, сюжет как-то связан. Или, может быть, в самом эпосе Калевала есть какой-то похожий сюжет, связанный с крестовыми походами. Так как Калевалу я не читала, хотя у меня книга с этим эпосом есть, то сказать я точно не могу. Если в ближайшее время Калевалу я прочитаю, а я собираюсь это сделать, то я обязательно вам расскажу, есть ли какие-то пересечения между историей, которая содержится в этой книге в первой части и в эпосе, или нет, или это совершенно разные истории. Так вот, да, главы называются рунами, собственно, да, вот есть какая-то такая вот отсылка, да, скажем так, фольклорная какая-то отсылка к эпосу, и также вот сразу с самого начала книги виден необычный такой экстравагантный стиль автора. В первой части примечателен этот стиль сочетания фольклорных саговых таких нот с разговорными словами и жаргонной современной
современной речью, я даже бы сказала, с уголовным жаргоном, потому что есть такие слова, как «загашник», «дать на лапу», «без суда и следствия», «цацкий», «отстой» и так далее, тому подобные слова. То есть вроде как вы читаете такую вот историю, которая очень похожа на какую-то легенду, на какую-то сагу, но вот эти вот слова, да, словечки какие-то современные и фразы, они сбивают вот это вот впечатление, но в целом как бы смотрелось интересно, и я в тот момент, когда дочитывала первую часть, думала, что же будет дальше. И когда я первую часть дочитала, я настроилась, собственно, на то, что, скорее всего, дальше будет идти последовательное повествование о потомках вот этого Фомы Горбатого, а точнее даже о тех потомках, у которых, так же, как и у Фомы, есть горб, и будет повествоваться о том, какую роль они сыграли в разное время, в разные века, в разные эпохи, в Выборге, ну, либо на той территории, да, где теперь стоит Выборгская крепость и город Выборг. Но не тут-то было. Ничего подобного дальше не случилось. Начиная со второй части и до самого конца книги, всего 5 частей, насколько я помню, идет повествование целиком и полностью посвященное семье Конерва и первой половине 20 века. Все. Больше никаких временных промежутков, кроме вот конца 13-го, начала 14-го и первой половины 20-го, здесь нет. Между ними зияет огромная дыра временная. И, собственно, сразу же у меня, вот еще пока книгу читала, возник вопрос, в каком месте вообще эта книга является хроникой, и в каком месте это повествование о городе Выборге от времен основания шведами до наших дней, так написано в аннотации. В книге есть только один эпизод, где один из персонажей, который живет в 20 веке, упоминает одного из своих предков, который жил то ли в 15, то ли 16 веке. Но это буквально пара предложений, то есть описание того, как была построена Выборгская крепость, как возник город Выборг на этом месте, как вообще развивалась эта местность в 15, 16, 17, 18, 19 веках, вообще ни слова в книге, вообще совершенно ничего об этом не написано. Как минимум, на мой взгляд, должны были быть описаны события конца 17-го, начала 18 века. Должен был быть хотя бы краткий рассказ о Северной войне и о взятии Выборга Петром I в 1710 году, потому что это на самом деле очень крупное и значимое историческое событие. И, ну, не знаю, не написать о нем в книге, которая позиционируется как хроника Выборга, как повествование об этом городе от древних времен до наших дней, на мой взгляд, без этого рассказа просто никак нельзя было обойтись, но в этой книге его нет. Соответственно, книгу хроникой можно назвать только с натяжкой, потому что хроника на самом деле здесь есть, но она относится только к первой половине 20 века. То есть вот если убрать вот эту вот первую часть, такую вот фольклорную, саговую, то тогда, да, книгу можно было бы назвать хроникой, только она бы тогда должна была называться немножко уже по-другому. Ну а так нет. Хроникой города Выборга, либо, не знаю, какой-либо другой иной хроникой исторической, эту книгу можно назвать, повторюсь, лишь с большой натяжкой. Также мне показалась притянутой за уши связь двух историй, той, которая происходила давным-давно, и той, которая происходила в начале 20 века. Ну вот опять же, совсем разное происходило там и там. И как вот в романе Анны Матвеевой «Каждые 100 лет», мне кажется, что даже чисто теоретически связывать то и другое нельзя. Ну не связываются они вот у меня в моем воображении логически никак, никаким образом. Если бы вот как раз-таки в центре повествования этого романа
странно. Были бы истории о потомках Фомы Горбатого, которые жили в разные эпохи, в разное время, тогда, возможно, выглядело бы все более логично, мысль была бы более плавной, и связь не казалась бы между всеми вот историями всех горбатых потомков Фомы Горбатого такой притянутой за уши, такой неестественной. Но в данном случае просто вот какой-то кусок из далекого прошлого, похожий на легенду, вот кусок из более близкого нам времени, и все вот. И как-то вот автор их попыталась связать друг с другом, но лично мне все связи, которые в книге приведены, показались очень неубедительными. Также, что я еще себе отметила, что на протяжении повествования, вот, которое касается как раз-таки семьи Конерва и первой половины 20 века, у автора акцент постоянно скакал с одного персонажа на другого. То об одном мы знаем больше, о других меньше, то наоборот. И так вот постоянно автор скачет по жизни каждого, и в результате, на мой взгляд, получился какой-то хаос. Не знаю, мне очень сильно не хватило полного раскрытия жизни, мыслей, чувств каждого из главных персонажей. А так получается, что у автора ближе к концу книги весь акцент сместился только на одного из главных персонажей, и все. А все остальные как-то были сразу же отброшены в сторону и чуть ли не забыты. В особенности вот эта вот забывчивость, как я уже поняла, когда книгу дочитала и начала писать отзыв, касается женских персонажей, потому что практически все вообще повествование в этой книге, оно концентрируется на мужских персонажах, на их мыслях, на их чувствах, на их размышлениях, на их отношении к происходящим событиям. А женщинам, женским персонажам уделяется намного меньше внимания, и это на самом деле странно именно вот в логике сюжета этой книги, потому что, например, та же Анна Конерва, она могла бы чисто теоретически сыграть намного большую роль в сюжете, и в принципе, на мой взгляд, она и должна была в финале играть большую роль, чем все остальные, именно исходя из вот какой-то логики, хроники событий, хронологичности повествования, вот этой вот связи времен, связи предков и потомков и так далее и тому подобное. Но автор про нее забыла, про этого персонажа. Причем, получается, вообще полностью забыла, то есть в финале про нее вообще ни слова. Что с ней сталось уже потом, во второй половине 20 века, общалась ли она с другими родственниками, что вообще потом происходило, в общем, ничего не известно, ничего про это в книге не написано, и это на самом деле жаль, потому что книга получилась какой-то немного такой однобокой. То есть мне на протяжении всего чтения хотелось, чтобы одинаковое внимание, ну или более-менее одинаковое, было уделено каждому из персонажей, и мужским, и женским, чтобы их вот судьбы, они были раскрыты максимально полно, чтобы вот не было такого, что вот кто-то появляется в какой-то определенный момент, ему внимание уделил автор, и все, потом этот персонаж исчезает куда-то вот в никуда. Да, не очень понравилось мне это в книге. Так, что я себе еще записала? Надо перевернуть страницу, потому что все, что написано на этой странице, я вам уже рассказала. Да, я себе записала, вот, что автор вместо того, чтобы развивать идею потомков Фомы Горбатого, живших в разное время, сосредотачивается на вопросах к мирозданию, которыми задаются исключительно мужские персонажи в этой книге. Ну вот, по крайней мере, да, я вот такой вот вывод аналитический после прочтения для себя сделала. Но все это, знаете, наверное, все эти размышления скорее потому, что аннотация, она обещала одно, а в результате я получила от книги нечто совершенно другое. И также немножечко так обманывает читателя эпиграф в начале книги. София Синицкая пишет, что приведенные здесь события — это игра воображения скучающего автора, они не имеют никакого отношения к ходу действительной истории человечества. Но ведь в книге есть
есть реальные исторические события, и более того, упоминаются люди, которые реально жили. Так что нельзя сказать, что книга – это прям абсолютно и полностью выдумка автора. Соответственно, да, я получила от книги совершенно не то вообще, что ожидала. Я вообще не думала, что большую часть книги займет описание первой половины 20 века, но даже не это-то главное. Дело в том, что в отличие от первой части книги, вот этой вот саги, да, вот этой вот легенды, стиль восставшейся части книги в двух ее пятых, да, в которой описывается первая половина 20 века, там стиль такой, что это едкая, очень-очень едкая, злая, ядовитая сатира, которой примешивается еще местами в некоторых эпизодах черный юмор. И это было вообще совершенно неожиданно для меня. Я не ожидала, что подобное будет в книге. Это вообще, в принципе, ну, жанр сатиры, это далеко не самый мой любимый жанр. Что касается черного юмора, то я не люблю черный юмор в книгах. Вообще, в принципе, не только в книгах, я вообще не люблю черный юмор. И да, вот эта вот смесь стилистическая, которая есть на протяжении большей части повествования, она, конечно, однозначно всем читателям не может понравиться. Это видно просто по отзывам, которые я уже прочитала после того, когда читала книгу. Очень по-разному разные читатели отнеслись к этой вот смеси сатиры и черного юмора. Кто-то от такого стиля в восторге, кто-то в ужасе. Лично я где-то, наверное, посередине. Я не могу сказать, что мне понравилась эта книга, но и не могу сказать, что она мне прям сильно не понравилась. Главным образом потому, что эта книга — это, на мой взгляд, нечто новое в современной литературе. Это было действительно необычно и довольно-таки оригинально. По крайней мере, я в последние годы точно ничего подобного не читала. И да, для меня эта книга стала вот каким-то удивлением, таким вот в мире, по крайней мере, художественной литературы. Долго я думала, какую же оценку поставить этой книге. Сначала думала поставить нейтральную оценку 3 балла из 5, но затем поняла, что я вообще не хочу ставить этой книге никакую оценку. То есть на LifeLip у нее будет 0 баллов, 0 звезд. Очень противоречивые такие чувства оставила у меня после прочтения эта книга. Мне на самом деле будет интересно узнать, как вы ее оценили, если вы ее читали. То есть вы ее вообще как-либо оценили, да, то есть положительно или отрицательно, что вы вообще думаете по поводу этого романа, потому что мне вот очень сложно оценить эту книгу. Хотя, честно вам скажу, что я бы все равно что-нибудь еще прочитала у Софии Синицкой. У нее вроде как еще есть 2 книги, возможно, больше, но я сейчас помню только о 2, и, возможно, что-нибудь еще когда-нибудь у нее я прочитаю. Это будет точно не в ближайшее время, но мне просто интересно, о чем она еще пишет и в каком стиле. То есть у нее, в принципе, все книги такие вот написаны в таком стиле едкой, злой, такой вот ядовитой сатиры, или вот только вот этот роман таким вот стилем отличается. То есть вот мне просто хочется что-нибудь еще у нее прочитать из чисто спортивного интереса. Просто чтобы понять, вообще мой это автор или не мой. Хочу ли я и дальше, да, как бы продолжать знакомство с ее книгами. Вот, что касается творчества Ислама Ханипаева, да, то мне хочется прочитать, например, у него все. Что касается творчества Анны Матвеевой, то, честно говоря, роман «Каждые 100 лет» меня не заинтересовал. Ну, то есть я его прочитала и все, прочитала и забыла, скажем так. Хотя надежда на то, что когда-нибудь настоящие дневники бабушки Анны Матвеевой будут опубликованы, у меня есть. Если они будут опубликованы, то я куплю эту книгу и прочитаю. Что же касается Софии Синицкой, то мне интересно, вот о чем она еще пишет. То есть если в случае Анны Матвеевой мне не особо интересно, то здесь мне интересно. И вполне возможно, что-нибудь еще я у нее прочитаю.
В общем, жду ваших комментариев по поводу всех трех книг, если вы их читали или хотите прочитать. И что касается следующих серий видео в этой рубрике «Книжная премия», то я буду анонсировать выбранные книги либо в своем телеграм-канале. Если вы на него не подписаны, то ссылку на него я обязательно оставлю внизу в описании. Проходите и подписывайтесь. Вполне также возможно, что буду делать небольшие вставки в других видео в начале или в конце, и буду вам рассказывать, какие книги я выбрала для следующей серии этой рубрики. Пожалуйста, также, вот, кстати, напишите в комментариях, как было бы вам удобнее узнавать эту информацию, анонсы вот следующих выбранных книг, следующих выбранных книжных литературных премий. На этом завершаю на сегодня свой рассказ. Всем большое спасибо за внимание и до встречи в следующем видео.